необходимо единое подразделение. Девочки, наверное, хотят рожать в один день. Должна первая родить Анфиса, потом Жаночка. Но Анфиса уже срок свой достигла, а Жаночка достигает. И вот посмотрим, кто из них будет первый, либо они будут вместе. А эта дама опять утащила мои тапки и спит на них. Никому их не даю. Да, Аксенова? Маленькие пузатики мои. Такие вот беременяшки.